Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему «Мысли мужчины о вас сейчас». Итак, мои дорогие, давайте посмотрим, что нам сегодня покажут карты, о чем они нам поведают. Посмотрим, кто у нас выйдет на разговор и о чем пожелает поговорить. Да? Итак, мои дорогие, давайте начнем. У нас всегда три варианта. Первых три карты, что между вами сейчас на сегодняшний день. Информация, по которой вы сможете понять, ваш это расклад резонирует с вами, интересен. Итак, что между вами? Вы знакомы в общении или в отношениях? В каких отношениях вы на сегодняшний день? Что сейчас происходит между вами? Дальше мы посмотрим, конечно же, мысли этого мужчины, который придет на разговор. О чем он думает, какие мысли кружат. Какие мысли кружат в голове. Итак, что на сегодняшний день, да, как он воспринимает вас как женщину? Какой он вас видит, как воспринимает то, что между вами сейчас происходит. Что сейчас? Что готов сделать? На какие поступки готов? И каких отношений он желает с вами? Конечно же, мы посмотрим эмоции мужчины. Обязательно. Обязательно. Итак, по утрам, по вечерам, среди ночи, среди дня, когда рядом и когда далеко, что у тебя на сердце, что на душе к этой женщине. И посмотрим, какие мысли не дают покоя, какие мысли чаще всего будоражат, беспокоят или радуют этого человека. Какие мысли не дают ему о вас забыть? Итак, кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу, а мы начнем. Первый вариант, первых три карты, что между вами сейчас, на сегодняшний день. Давайте посмотрим. Итак, что сейчас? Ой, что-то он так недоволен, недоволен очень ситуацией этот мужчина. Недоволен. Вы знаете, как-то я вижу, что он интересен женщинам, но все, что как-то есть у него в руках, что может быть у него в руках, он как-то недоволен, да? Я вам скажу, этот мужчина в интересе, да, он думает о вас, и вроде бы у него много есть, но у него нет какого-то, возможно, доступа к вам. Такой, да, такой, вот, да, вот все прямо разрушилось. Все какая-то твоя матрица разрушилась, да? Вы знаете, вот прямо проходит человек, который... Вот я вам скажу, вы ему очень интересны. Но он здесь даже может и характер показывать. Здесь какая-то вот такая бурлящая смесь сейчас. Я бы даже сказала, что мужчина злится. Как-то все не так, как он хотел, все не по плану, все плохо, да, вот все плохо-плохо-плохо, что называется, да. И он как-то желает уйти от мыслей о вас, понимаете? Почему-то вот так. Да, здесь вот эти, конечно, нарциссы цветут буйным цветом. Человек эгоистичен. И как-то он, знаете, все падало к его ногам, и он хотел, чтобы так продолжалось. Но я вижу, что вы как-то, да, вот самое-самое сладкое оставили, знаете, как не дали ему вот то самое сладкое. Как-то он очень-очень, он как-то прям расстроен и уходит от мысли о вас, потому что вы где-то, возможно, вот этим розовым бульдозером, вот этим таким вот, весь в цветах, весь такой вот яркий, весь такой красивый, но умчался вдали он от него.
Смотрите, здесь мужчина гонит мысли о вас. Вот действительно гонит. Но от этого их становится еще больше. Чем больше этот мужчина старается, знаете, как-то закрыть солнце рукой, чем ярче это солнце светит. Я, конечно, вижу, что какое-то прямо, знаете, ну вот печаль печальная у него сейчас вот в отношениях с вами. Расстроенный жутко этот мужчина. И что-то он выстраивал, что-то он старался, знаете, так... Он так был в себе уверен, он так был, знаете, прав. И как-то все разрушилось, все рассыпалось, все разрушилось. Почему ты гонишь мысли о ней? Почему? Почему тебе так, знаете, как-то больно о ней думать? Недоволен очень ситуацией мужчина. Ну, давайте посмотрим. Почему? Потому что вы мечта. Потому что, возможно, на сегодняшний день вы как-то от него отдалились. И стали сиять еще ярче, да? Вот когда... Когда звездочка на расстоянии, вот тогда ты понимаешь, что вот она действительно сияет, что вот она действительно ярче, лучше и прекраснее. Вы, конечно, почему он гонит мысли о вас? Потому что он о вас мечтает, потому что этих мыслей очень много, потому что они, понимаете, как бушующий океан, сбивают все границы и сметают все на своем пути. Я, конечно, вижу ситуацию, когда этот человек или, возможно, были какие-то... в вашу сторону, знаете, подкаты, а вы отказались, очень может быть, потому что здесь прямо вот такой момент, да, у него что-то есть, то есть очень может быть, что это мужчина старался усидеть на двух стульях, что очень даже какое-то время ему это получалось, да, но вот с вами вот этот номер не прошел, и как-то вот удалились вы все-таки из его пространства, есть момент, уязвленного самолюбия здесь очень такой значимый. Я бы сказала, что, возможно, вы сами по себе, да, вот такая звездочка, вы находитесь на высоте, вы сияете, но, возможно, вот этого, да, вот этого такого растворения, вот этого такого достижения, его какого-то, его как-то нет, понимаете? Я вам скажу, что здесь может происходить такой момент. У вас какая-то была переписка, но в процессе этой переписки мужчина понял, что легкого результата не будет. И он слился. Очень может проходить. И вы ему вот интересны вот были, и не зря он все это затеял, но... Как-то вот в какой-то момент, да, он понял, что это слишком сложно для него, что это слишком, знаете, это как-то переходит в что-то большее, мужчина боится влюбиться в эту женщину, вот так вот по уши буквально, и потому он гонит мысли о ней, хоть он о ней и думает, как-то даже мечтает, да, но, возможно, ничего в жизнь ее привнести не может. Также здесь может проходить человек, который... сейчас, знаете, вокруг да около вертится, но возможно, есть какой-то нюанс, и он прекрасно понимает, что оно вам, знаете, совсем оно не в вашем интересе. И вы на своем бульдозере, да, даже не замечаете, как он там, бедолаха, пыхтит, как он там старается вам понравиться. То есть здесь есть какой-то нюанс. Она мне нравится, она звезда, она женщина, о которой я мечтаю, но... Это звезда, да, а я где-то там в болоте сижу. То есть, ну, как-то недостижимы вы для него на сегодняшний день. Я вижу, что он злится. Он злится как бы и сам на себя, да, потому что не может вас выбросить из головы. И злится на вас, потому что вы как-то, да, вчера были хороши, а сегодня еще лучше. А он все ждет, да, когда вы там, не знаю, там, как-то... превратитесь в одну из, да, а оно так не получается. Я вам скажу, что да, здесь прям такой бурлящий шторм, здесь уязвленное самолюбие, здесь ощущение, да, что как ему дали понять, что он недостоин, что он не стоит, да, каких-то энергетических вложений. Ваша позиция очень даже правильная, и она какая-то воспитательная, возможно, по отношению к этому человеку, потому что я вижу, что излишний какой-то эгоизм и излишняя самоуверенность вот в этом человеке. Вы знаете, возможно, в какой-то момент вы прямо рассмотрели его какую-то игру, его какую-то, знаете, неправдоподобность, что ли, неправдивость его слов и его каких-то шагов в вашу сторону. Но мне проходит, что здесь, да, здесь может быть, для кого-то может пройти, что это отношения, которые, да, вот, иссяк ресурс, да, а может быть, что это и в общем, да, у этого мужчины нет ресурса вас завоевать. И вот это такое вот наблюдение за вами и прямо злость внутренняя, да, такая немножечко даже агрессия, но она направлена именно...
как нереализованная мечта, как нереализованное желание, да, которые вот все, вот этот шторм набирает силы, вот это желание, вот это такая, знаете, интерес к вам, он набирает силы, но он не имеет вот этого момента осуществления, да, наслаждения, вот этого момента собрать все сливочки, да, и вот с этим моментом я победитель, да, вот как-то козырить ним. То есть я вам скажу, что да, здесь такой парниша самоуверенный, возможно, даже очень, ни одной женщине он там, знаете, подпортил настроение, но тем не менее вижу, что с вами вот эта история, она не проходит. Этот мужчина, он вами сильно заинтересован. Возможно, он как-то проявляет свои какие-то намеки, какие-то такой, знаете, мачо-мачо, да. И вы как-то вот посмеялись, возможно, над этим, да. Вот как-то саркастически его, возможно, присадили. Однозначно я вижу, что вы сдвинули ему корону. Для кого-то может пройти, что и вы там немножечко в каких-то переживаниях находитесь, но... Тем не менее, я вижу, что вы остались на высоте. То есть вы как-то вот своего не потеряли. А мужчина вот как-то он сильно злой. Ну, давайте будем смотреть, потому что я вижу, что вот как-то намерения вот этого всего оставить у него нет, потому что попытка отбросить какие-то мысли, уйти от мысли о вас, она как-то оказалась вообще безрезультативной. Ну, давайте посмотрим еще, что между вами. Ой, ну вот, состояние повешено. Вот думаю о ней, не могу, вот видите, какая-то звезде, думаю и не могу ее выбросить из головы. И по сути своей, смотрите, как показывает карта, человек сам был, первоначально человек сам был виновником этой зависшейся ситуации. Очень может пройти, что образовалась какая-то пауза, все, выжидался момент, когда же она прогнется, а она не прогнулась, а она, знаете, как-то... Нет, да нет, да и сияю себе дальше, да. А он как-то вот, знаете, в попытке какой-то вот такой сложной игры, да, он понял, что он оказался один в этой игре. То есть эта женщина как-то вот из этого, что это такое, да, что это ты затеял. Она как-то выскользнула из этой игры, и человек как бы сам запутался в своих же каких-то моментах, да. Сказать, что это манипуляции, нет, это такая, мне проходит какая-то пикаперская игра, вот честно, девочки. Как-то человек хотел вас увлечь, и очень даже, знаете, это такое приблизить-отдалить. Это момент, когда вот, это даже не качели, это вроде бы ей показать женщине, что ты интересен, но не действовать, для того, чтобы она как-то вся, знаете... Сама все себе придумала, да, а потом прийти взять что-то готовенькое. А здесь что-то вот что-то пошло не по плану, понимаете? Как-то не стали вы о нем думать или наоборот, да, вот как-то его игру вывели на чистую воду. Ну что-то здесь вот такое. Ой, выдели его какие-то вот вообще, знаете, шаги, которыми вы просто были, возможно, удивлены, да, вот как. Как ты так умудряешься? Как вот это у тебя так голова работает? Вот здесь такое, знаете, недоумение какое-то. А что, так можно было, да? Но вот здесь вот такая какая-то ситуация. То есть вы где-то просто удивлены были вот этому мужчине. И как-то вот оценили его поступки именно так, как они есть, понимаете? Не придумав себе какую-то иллюзорную историю, а вот так, как оно есть, так вы это все увидели и рассмотрели. И очень, знаете, этого человека как вывели из игры, да? Или сами вышли из этой игры как-то вот, ну, это какая-то... Я не скажу, это какая-то вот незрелость мужская, понимаете? Вот это такой нарциссы цветут буйным цветом, и он их вот поливает. Вот знаете, это такое самолюбие свое тешит. И, конечно, я вижу, что вы конкретно по этому самолюбию ударили. Но я вижу, знаете, что как-то вы или увидели это все в них так, как он хотел. Вот он вам показывал себя, ситуацию, знаете, под одним углом, а вы как-то вот рассмотрели ее совсем по-иному, да, увидели истину и увидели правду, увидели, какой это человек. Но я вам скажу, что да, я вижу, что вы очень интересны этому мужчине. Очень интересны. И здесь вот логики здесь места нет, потому что этот мужчина, знаете, он затевал как игру какую-то, но в игре этой сам попал в ловушку, понимаете? Сам попал в ловушку. Этот мужчина был, у него было намерение
вас, ну, скажем так, в любовном плане поработить, да, то есть, чтобы вы в него влюбились. Но в процессе вот этой своей игры незаметно я вижу, что он сам как-то, знаете, подался вашим чарам. И здесь вы, знаете, как-то отдалились, а он вот мысли о вас выбросить не может. Нехорошо, нехорошо, не нравится ему сильно так, как сейчас. Я вам скажу, что какой-то вот этот момент, я что, недостоин? Я что? Вот все женщины, как бы, да, на меня клюют, со всеми работают, а это вот смотри какая, да, на бульдозере она ездит. Ездит на бульдозере по мужчинам, по их сердцам. Ну что-то такое, да? И при этом всем, да? Она еще и красотка такая, что глаз не оторвали, понимаете? Она еще и хороша собой, что просто с ума сойти. И я вам скажу, что, конечно, ну мысли нарастают, и как бы от них там не откараскивался, но... Ну, знаете, идет мне вот такой момент, что слишком уж ушлый этот мужчинка, да, слишком уж он хитрый и, возможно, где-то не с того начал в отношениях с этой женщиной. И она как-то вот сейчас, да, я бы сказала, что вы пока что не видите в этом человеке вот чего-то, что могло бы прямо так вас, ну, привлечь сильно. То есть, возможно, он вам симпатичен, он такой, да, смазливенький, он, возможно, хорошо стоит на ногах, очень может проходить. Но прямо, чтобы вы прям видели в нем что-то особенное, нет. Даже, я бы сказала, наоборот, да. То есть, вы как-то рассмотрели в нем, да. Он этого не понял, что вы в нем рассмотрели какую-то подлость, наглость, да, и такое что-то. Вот какую-то незрелость, мальчишество какое-то. То есть... От мужчины там очень мало, да, очень мало. То есть внешне вроде да, но именно вот характеристика, вот что человек из себя представляет, что он может в отношения привнести, как он может открыться в чувствах, вот это пока что не видно. Ну давайте посмотрим, потому что я вижу, что притяжение у этого мужчины есть, и он, знаете, он такой ресурсный мужчина, он такой, у него есть энергии, много. Он ее поднакопил, эту энергию. И он как-то будет к вам пробираться. Вы знаете, вот эта волна вот этого недоумения, вот как это так, меня отвергли, меня отшили, меня как-то вот пренебрегли где-то, да, мной. Как это такое может быть? И вы знаете, вы, возможно, это воспринимаете очень как какой-то молниеносный момент. Вы даже, возможно, и не очень на это обратили внимание. То есть этот мужчина что-то там, знаете, перед вами выделывается, что-то хочет из себя показать, возможно, куда-то. И даже, возможно, не то, что приглашал, но проявлял какой-то интерес к вам, а вы как-то вот проигнорировали, чем очень сильно задели его самолюбие. Очень сильно. Ну, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, что ты думаешь о ней. Вот мне прямо интересно. Мне прямо интересно, потому что у нас здесь такая завязка интересная. Ой, ну ты что? Ты что? Знаете, он прямо, я вам скажу, я хочу посмотреть, кого ты выберешь. Вот я хочу... Он такой немного, знаете, он сейчас в таком... Это даже не агрессия, это какая-то вот такая... Я посмотрю, да, кого ты выберешь, с кем ты будешь. Вот этот вот такой момент. Как это так? Вот это уязвленное самолюбие. Как это так? Она меня не выбрала. Что это такое творится? Что это такое происходит? И вы знаете, он как-то привык к легкой добыче. Он привык, что ему вот так все, знаете, легко дается. Я вижу, что он очень такой, знаете, интересный, очень такой самоуверенный, очень такой, знаете, мальчиш-плохиш. Такие иногда очень нравятся даже женщинам. Потому что они, знаете, не особо долго думают, они вот так, знаете, идут напролом в своей жизни, и иногда им даже очень хорошо получается. Ну, что я вам скажу, этот человек ждет какой-то встречи с вами. Но на сегодняшний день он думает, что вот как-то мостик-то разрушился, да, что-то как действовать дальше, я не знаю, как действовать с ней дальше. Но прямо, знаете, вот это должна быть моим. Вот эта женщина должна быть моя. Оно здесь есть. Оно здесь есть. И я бы даже сказала, что здесь вот какая-то, да, вот тишина. И вы думаете, боже мой, да что-то
там уже, да, былью, травой поросло, а он может образоваться. Он может образоваться, потому что я вам скажу, что вы какая-то вот как незаконченная история какая-то вот у вас получилась. И она его терзает, вот эта история. И возможно, даже очень может быть, что это мужчина переключается на какую-то другую женщину, но там, если все легко, оно как-то, он теряет интерес, понимаете? Он удавился, он поигрался и успокоился. А здесь незаконченная история, да? Здесь незаконченная история, и этот человек появится в вашем окружении, он еще выйдет на связь, вы еще будете вообще удивляться, как ты вообще, да? Откуда ты вылез, да? И как ты здесь нарисовался? То есть здесь вот какая-то вот интересная очень завязка, и интересное будет очень продолжение. Чтобы вы знали, вы как-то вот его, да, на этом бульдозере проезжая, оставили где-то на обочине, но он очень будет стараться вот этот бульдозер догнать, понимаете? Здесь прямо женщина сыграла, разыграла козырную карту. И я вам скажу, что несмотря на то, что, возможно, между вами сейчас какой-то, да, какая-то, возможно, пауза, тишина вообще-то, да, и вы как-то вошли в свой нормальный ритм жизни, там где-то, да, занимаетесь своими делами, он вас очень удивит своим каким-то внезапным появлением. И знаете, это такие какие-то отмазки будут, ну, я где-то там, да, я где-то там, что-то там задержался, у меня не было там, ну, он что-то будет вот отмазываться, или вообще не будет отмазываться. То есть, да, я был занят, да, вот давай встретимся там, или еще что-нибудь такое. То есть, это какое-то, как еще одну попытку, да, взять еще одну попытку. Ну, давайте посмотрим. И вы знаете, он в процессе отбрасывает ведь свою обиду. Этот мужчина в обиде на вас, в обиде на то, что вы как-то вот выпрыгнули, да, выскользнули из капкана. Уже совсем вот этот зайчик, он совсем уже был прям в центре ловушки, но как-то сумел, знаете, выскользнуть в один момент. Ну, давайте посмотрим еще. Что ты думаешь о ней? Ой, что-то я о ней вспоминаю, так что-то она мне так... Так прям что-то вспоминается такое приятное, да? Ой, победы хочу, хочу победы, хочу, чтобы вот этот огонь, вот эта женщина, чтобы она была со мной. Я вам скажу, а он о вас думает, он думает о вас, он вас вспоминает, он как-то вот, он прям в пламени каком-то. Он как-то, вы знаете, что вот вы как-то остались, это незаконченная какая-то ситуация, она еще будет иметь продолжение. И уже я вижу, что вы, знаете, на порядок больше внимания этого мужчины, ну вот на себя получили, потому что он не привык так углубляться. Он привык, что легко, он привык, что быстро, он привык, что вот как-то, да, идет контакт. А вы как-то вот остались как-то, ну вот оставили его на обочине, понимаете? Почему-то мне вот идет вот так вот. То есть, а что, я недостоин? Вот мне прямо проходит вот этот, я такой победитель, я такой классный. И он думает, где он промахнулся, понимаете? В каком моменте вы где-то увидели то, что не должны были видеть, или узнали, или услышали, или поняли, да, где был его промах. Но он как-то о вас не забывает, что-то вы как-то ему покоя не даете. Вот прямо, знаете, мысли горячие какие-то о вас. И не может он их выбросить из головы. Ну почему? Потому что задето самолюбие, понимаете? Вот это такой процесс. Для таких мужчин это очень болезненно. Получить вот какой-то отказ или вот остаться вот, да, глотая пыль за этим розовым бульдозером. Это очень обидно. Это очень, знаете, как-то... не забывается, и это нужно как-то исправить. А как? Это нужно, чтобы вы как-то это исправляли, чтобы вы назначили его победителем, и тогда он, да, вот такой, все-таки победа моя. Ну, давайте посмотрим еще. Что ты думаешь о ней? Ой. Ну, что? Вы знаете, как вы как и дорогу ему закрыли, и очень вы прям терзаете ему сердце. Очень. Хотелось ему очень много, знаете, вот как идет момент, в полной мере... Мне, знаете, как обидно. Закрыла она дорогу как-то, и вот эти коршуны клюют мне сердце. И вот видно, у нее есть мужчина, да? Видно, как-то она кого-то выбрала другого, или любит другого, или в мыслях ее другой. Это что же, я там кому-то уступаю? Вот, знаете, ему интересно. Этот мужчина может даже за вами наблюдать.
Он может конкретно шустрить ваши соцсети, он может, если у него есть такая возможность, он может где-то и там за вашим передвижением, так знаете, прослеживать, наблюдать, интересоваться сильно вашей жизнью, с кем вы, кто вы, что вам нравится, да, то есть он на сегодняшний день конкретно собирает информацию. Для чего ты собираешь эту информацию? Для чего? Вы понимаете, чтобы как-то... Ну, он действительно вот собирает информацию вокруг вас. Действительно собирает. Ну, для того, чтобы, знаете, как-то вот снять какие-то ограничения, чтобы вы его заметили, потому что он сейчас как обездвижен, да, он не может ничего сделать с тем, что вот произошло. И как-то я бы даже сказала, очень даже и погреться с вами у одного огня. То есть этот мужчина, он точно проявится, я вам скажу. И я, знаете, что на сегодняшний день этот человек очень много вас знает уже. Очень много. И как-то я вам скажу, что это все перерастает в даже очень такую из какого-то его... самовлюбленность, это все перерастает в такое интенсивное внимание в вашу сторону. Я, вот правда, вот смотрите, да, не видно чувств этого мужчины. Вот карта не показывает чувства. А есть ли они таковые, да? Давайте посмотрим. Да, показывает интерес, да, показывает какое-то, да, обиду, какое-то вот расстроенное чувство. Ну, давайте посмотрим. А есть ли у него вот прямо чувство к вам, да? Давайте посмотрим. Ну, это боль потери. Ну, это боль неосуществившейся мечты. Я хочу вот прямо, знаете, достичь. Я хочу достичь. Но это больше, знаете, идет по моменту страсти. Вот я вам честно скажу. Если бы были чувства, они бы здесь вот конкретно бы вышли. Я вот вижу, конечно, эту ситуацию так, что на сегодняшний день вот эта игра, да, вот этот момент... какого-то наблюдения за вами, очень много внимания в вашу сторону, и вот этот интерес, он может перерасти в нечто большее, вот может, но мы спросим еще, да, нужно ли оно вам, но может этот интерес перерасти в нечто большее. Ну, давайте посмотрим, на сегодняшний день, как он воспринимает ситуацию между вами, хочу проявиться, вот так вот. Хочу проявиться, но тяжело это сделать, потому что вот по четверочке мечей какая-то затишье, тишина. Заставить ее не могу ее заставить в себя влюбиться. Ну вот какая-то вот такая вот ситуация. Мужчина желает проявиться и нарушить тишину. Тяжело как-то отважиться. Я вижу, что действительно какая-то тишина между вами. Возможно, вы и общаетесь, но, наверное, не о том, о чем он хотел бы с вами общаться. Но, тем не менее, я вижу прямо интерес этого человека и такие зарождающиеся, возможно, чувства. Они сейчас еще, знаете, под такой, скажем так, селедка под шубой, знаете, он такое еще нагромождение и эгоизма, и какой-то обиды, и каких-то своих накрутов, и своих приколов, да, и какая-то ждуля там, и там все, там вот такой салат шуба, скажем так. И раскопай там, да, самое интересное, раскопай там какие-то чувства этого мужчин. Но они зарождаются, они есть. Я вижу, что вы, конечно, очень интересная девушка, и вы можете пробудить этого мужчину, такие, знаете, другую сторону его. Она ведь существует, она есть. Он не совсем такой, знаете, уже хитрый, знаете, и такой расчетливый. Потому что я вижу, что все его расчеты как-то мимо. Это говорит о том, что чувства, они берут верх над ним. Они как-то, знаете, как вот этот шторм надвигается и набирают силы. Ну, давайте посмотрим еще. А что ты будешь делать? Я вижу, что боишься ты что-то делать, да, вот как-то. Есть момент, тяжело нарушить какое-то молчание. Тяжело нарушить вот какой-то момент... стагнации почему-то, да, остановки какой-то. Ну, давайте посмотрим, что ты будешь делать. Что ты будешь делать? Ну, он попытается вывести вас, изменить очень хочет ситуацию, да. Он желает взаимности. Он желает, чтобы вы прям ревновали его, чтобы вы прям как-то реагировали на него. Я вам скажу, что со временем этот мужчина сам будет удивлен своим чувством к вам. Он и сейчас, знаете, понимает, что это уже как-то вот... Это уже больше, да, чем просто какое-то увлечение. Это больше, чем увлечение. Как-то вы его задели сильно.
взаимности будет добиваться этот мужчина, будет действовать, девочки, будет действовать. Очень ему хочется, чтобы вы выбрали его. Ой, боже ж ты мой, да? Я вам скажу, что он как-то вот в этой своей, да, злости, в своем вот этом вот всем бурлящем и кипящем рассматривает вас все-таки женщиной. Она вот должна быть такой. Вы знаете, вот этот человек пришел к тому, что вот женщина, она должна быть такой. Она должна быть переборчивой, она должна отшивать мужчину, она должна как-то вот... достойнейшего, да, выбирать из мужчины. И он как-то вот вас рассмотрел, вот эти качества, что, а по сути, женщина должна быть такой. То есть, возможно, где-то у вас и такой, знаете, какой-то саркастический разговор прошел, но это было какое-то испытание на его силу, на его энергию, которую он, знаете, спасовал. Он где-то он не дотянул. И сейчас он думает о том, что... Вы знаете, что он приходит к тому мнению, что та женщина, да, с которой ты идешь в настоящие отношения, она ведь и должна быть такой. Она не должна быть, знаете, легкой добычей. Она должна быть переборчивой, капризной, и сложной, и неудобной. Это все необходимые качества, чтобы влюбить мужчину в себя. Необходимые. Потому что если все так, знаете, стелится, и все так очень просто, быстро теряешь интерес. Это касается именно этого мужчины. И я вижу, что как-то вы его действительно как-то вот задели за живое. Хорошо, а чего ты хочешь в этих отношениях? Чего ты хочешь? Ой, боже ж ты мой. Он желает, ну, перезапуска, понимаете, новой истории с вами. Вот абсолютно новой истории. То есть все по-другому должно быть. Все должно быть так, как вот мне себе там мечтается, так как мне хочется, но я вам скажу, что на сегодняшний день это уже на более интересно, чем было поначалу. Это уже очень все интересно ему. Давайте посмотрим, какие мысли, какие эмоции, да, твои, когда думаешь о ней, когда видишь ее, эмоции этого мужчины по отношению к вам. Ха! Девчонки, а у нас здесь единица воды, очень сильно вы ему нравитесь. Но это начало чувств, желания, взаимности, да, да, вы знаете, что несмотря на такое вот какое-то замурованное состояние этого мужчины, в нем просыпается чувство к этой женщине, да, вот она должна быть моей, вот его эмоции, да, любовь этой женщины должна быть моей, это такая какая-то жадность, это такое, знаете, немного состояние, но я вам скажу честно, этот мужчина еще пока тянет одеялко на себя, но я вижу, что здесь девушка очень даже такая энергетически сильная, и она может сделать так, что этот мужчина не будет одеяло на себя тянуть, а будет этим одеялком ее накрывать. Потому я вам скажу, что вы выбрали очень правильную позицию в этих отношениях. И здесь будет развитие, здесь будет продолжение. И здесь будет очень интересная завязка, развязка. Здесь человек меняется. Он действительно, знаете, нашел сильную женщину, которая проводит воспитательные меры пока что над ним. И да, он такой, да, не будем приукрашивать, он тянет пока что одеялко на себя, но очень-очень эта девушка может все так, знаете, развернуть, что он этим одеялком будет укрывать именно ее. Вот так вот, ну что ж, давайте посмотрим дальше. Какие мысли не дают ему покоя? Какие мысли, боже ж ты мой. Вот он действительно за вами наблюдает. И вы просто звезда. Вот действительно, вы очень хороши собой. И он себя, понимаете, вот как-то чувствует, я какой-то серый, да, вот я какой-то незаметный вообще. Она вот как-то так увлечена миром, да, вот, ну как-то она не обращает на меня внимания. Как мне вот ее вот как-то внимание этой женщины вот на себя натянуть? Вот о чем он сейчас думает. Но он, конечно, видит вас, ну, это такое притяжение. Я бы даже сказала, инстинктивное притяжение к вам. Очень-очень вы ему нравитесь. Он прямо вас, ну, он наблюдает за этой женщиной. Боже ж, боже. Ну, девочки, вы, конечно, с одной стороны, соблазн для этого мужчины, с другой стороны, вы такое наказание для него. Потому что такие мысли у него, знаете, появились, которых раньше не было.
Вот правда, она вот, да, вот как на карте, правда сокрыта за его иллюзиями. То есть у него есть чувства, но он пока что, он их как не принимает, он с ними борется, да, он как от них уходит, он старается от них уйти. Но вот подсознание, оно, конечно, не дает ему покоя, и вот то, о чем он мечтает, вот этого он и хочет, и по-настоящему к этому он и идет. Однозначно здесь будут шаги в вашу сторону, потому что отказаться он от вас не может. И здесь даже может быть, знаете, какой-то возврат, какое-то появление после определенного периода затишья, какая-то, знаете, ситуация, вот это как, знаете, как еще одна попытка. Это как еще одна попытка вот прямо привлечь ее, потому что, да, что бы я там себе не выдумывал, что бы я там не рассматривал, не знаете, как бы я не усложнял или не упрощал что-то, она прекрасна, и этим все сказано. И он мечтает о вас, понимаете? Он о вас мечтает. И правда, она, знаете, стучится в его подсознание, потому что, ну ты же не можешь ее выбросить из головы, ты же о ней мечтаешь. И этот человек, он однозначно будет действовать. Нет у него силы как-то от вас отказаться и отказаться от мысли о вас. Очень это может быть неожиданно для вас, но я вам скажу, что этот мужчина, он прямо, знаете, вот так вот очарованно, околдованно приползает к этой женщине, как бы мы это, и, знаете, не хотели сказать другими словами, но оно так и происходит. То есть, и вы знаете, что вот новое его появление, абсолютно вы прям не узнаете этого человека, потому что поведение его, отношение к вам и вообще раскрутка вот этой ситуации, оно будет совсем-совсем иное, и человек себя по-другому будет показывать. Вот такой вот у нас первый расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось, буду очень рада. А мы продолжим. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим второй вариант, что у нас здесь происходит. Давайте посмотрим. Так, какая-то конфликтная ситуация, да. Ограничения. Ой, девочки. Человек как-то связан по рукам и ногам. Вижу, что, возможно, какое-то время люди не виделись. Есть какая-то связь между людьми, но ее очень мало. И она какая-то неполная, да, то есть люди не проявляют полностью своих эмоций и своих каких-то желаний, скажем так, друг к другу. И здесь внутренняя борьба. Этот мужчина, он прямо хотел бы быть очень даже близко и рядом с вами. Более того, женщина связана как-то вот, привязана к дому в его сознании, в его понимании. То есть, да, вы можете быть девушкой этого мужчины или как-то... Давайте посмотрим еще. Почему-то вот проходит момент, что вы связаны с чем-то вот дорогим для этого человека, да, как с домом, с гнездом. Что сейчас? Много каких-то тревожных мыслей, тревожных каких-то моментов по поводу отношений, да, одиноко человеку. Ну вот смотрите, отношения есть. Есть отношения. Есть борьба с самим собой. И здесь как завязан человек, как по рукам и ногам, и есть момент ограничения в движении. А женщина, знаете, это как гнездышко, это как дом, это как-то связано. Много очень, знаете, как-то связано с этой женщиной очень много в жизни этого человека. Я вижу много каких-то мыслей, их прямо они неудержимы. Возможно, даже в последнее время как-то много он начал думать о вас, о ваших отношениях. И как-то вот по отшельнику много он думает, и какие-то взвешенные уже и решения есть, и как-то почему-то идет мне, что хотел бы что-то изменить, да, что-то вот как-то поменять. Возможно, кто-то на расстоянии здесь, потому что тяжелые мысли про отношения идут, да, как думаю об этом, и почему-то вот как нет силы мне это реализовать. То есть я думаю об отношениях с ней, я думаю о чувствах к ней, думает этот мужчина о какой-то дороге к этой женщине, да, такой спешной, но как-то нет реализации. Ну, покажи мне еще, что сейчас между этими людьми. Как-то к чему-то тянусь, чего-то хочу, что-то планирую, да.
Да, хочу какого-то баланса с этой женщиной. Ой, вы знаете, какая-то вот такая ситуация, что особо как-то сказать друг другу нечего, да, только какое-то переживание женщины, переживание мужчины. Проходит, конечно, что беспокойство за отношения. Отношения есть. Какие эти отношения? Ой, девочки, это двойка кубков. Здесь любовь взаимная. Почему такое какое-то вот сейчас, как конфликт какой-то с самим собой, да, то есть совсем не так, как хотела, совсем не так, как задумывалась. То есть здесь человек сильно как-то скучает об этой женщине. Расстояние существует, вот мысли о ней, много очень планов. Хочу сбросить какой-то груз. Здесь человек и желает снять какой-то груз с себя. Что-то его сильно угнетает, этого человека. Сильно что-то его как останавливает. Это может быть конкретно, это как тяжесть какая-то, да? Как тяжесть хочу. Очень сильное притяжение к этой женщине. Очень сильное. И здесь, конечно, я вижу конкретно, что отношения есть. Отношения взаимные, есть чувства у людей друг к другу. Есть очень сильное притяжение. Человек как груз какой-то тянет, понимаете, как какую-то тяжелую ситуацию проживает сейчас в своей жизни. Он в конфликте сейчас с собой, понимаете, потому что я бы даже сказала, что в напряжении, да, в конфликтном напряжении каком-то. А с кем этот конфликт? С кем этот конфликт? Это конфликт за счастливое будущее. Это конфликт за какую-то, да, тяжелая какая-то ноша, которую невозможно как-то бросить, да, это какой-то шанс от судьбы, быть рядом с ней, быть счастливым, и чтобы все у нас было хорошо. Но какая-то конфликтная ситуация сейчас острая в его жизни, но я не вижу, чтобы это было в ваших отношениях, это больше как внешний фактор. Я даже не скажу, что он очень далеко, этот мужчина, мне проходит, что он как-то и не очень далеко, но он как-то скован в своих каких-то активных действиях в вашу сторону. Ну, я, конечно, по иерофанту я вам скажу, что здесь однозначно будет объединение. Однозначно. Здесь какая-то переписка очень мне проходит, что, возможно, вот глаза в глаза, возможно, люди какое-то время не виделись. И какое-то скучание. Очень человек хочет увидеть эту женщину. Здесь будет объединение, здесь у людей все будет хорошо. Какое-то, это как испытание, знаете, это какой-то мост, который нужно пройти. Ну, думает мужчина об этой женщине очень много. И знаете, какие-то мысли такие, где ты прямо сейчас, понимаете? Вот не то, что там какие-то иллюзии, там. Он как-то эту женщину очень ярко представляет себе. И ему прямо интересно, сейчас, в этом моменте, где ты, что вокруг тебя, во что ты одета, как ты себя чувствуешь, как ты провела свой день. То есть какие-то вообще такие, знаете, вкрапления, какие-то мелочи его очень интересуют. Какие у вас отношения там на работе, что там происходит. Он очень в курсе жизни этой женщины, знаете. И, возможно, ему сейчас совсем, знаете, его жизнь как-то какими-то такими острыми. Ему есть о чем подумать, но он не желает думать о своем, он бы о вашем бы подумал, понимаете, какого-то разгрузки какой-то хочется ситуации. Этот человек очень желает прийти к этой женщине. Очень желает. Вот его, я вам действительно сейчас скажу вот одну фразу. Его все задолбало. Ему действительно, как ему все надоело. Вот я вижу, что человек сейчас находится на каком-то расстоянии от женщины, но я прямо не вижу, что это, ну, очень далеко. Мне проходит, что это какое-то вот даже в часах, возможно, время. Да, что вот если сесть в машину и двигаться, да, то это прямо часы. То есть он для себя, возможно, даже думает о том, что если бы я сейчас сел в машину, да, вот, например, под утро, вот я был бы уже рядом с ней. То есть он думает об этом. Он думает, что вот, да, вот сейчас, например, там 3 часа дня, да, и если я сейчас сяду в машину, утром я буду уже рядом с ней. Но вот у него есть такие мысли. Он думает об этом. И он думает, что стоит проехать, например, там 8 часов в машине, чтобы с вами час побыть с вами. Он считает, что это стоит того. Но, возможно, у него нет такой возможности. Возможно, какие-то обстоятельства, он как
ограничен чем-то, возможно, какой-то контракт, возможно, ну, еще что-то вот такое не проходит, какая-то ситуация. И она его вот действительно достала, вот это все, знаете, возможно, какие-то затянулось все или как-то, ну, вот достала, вот у меня вот такое вот слово. Ну, вот так вот, девочки. Ну, давайте посмотрим дальше. Я не вижу, знаете, какой-то в физическом плане как-то вот силен, и все у него получится, и все будет хорошо, но ему прям нужно время с вами. Ему это нужно, да, он прямо желает быть рядышком с вами. И более того, знаете, как ощущение, что на вашей коже что-то интересное, да. Желание прям смотреть на вас и прикасаться к вам. Возможно, у вас есть какая-то родинка, да, любимая там, или какая-то, возможно, наколка, да, и он прямо желает вот видеть вашу кожу, что-то на вашей коже видеть, гладить, любить, да, вот прямо прикасаться к этой женщине. Давайте посмотрим дальше. Итак, что ты думаешь о ней сейчас? Что думаешь? Ой, боже, она моя солнышко. Она мое восходящее солнце. Боже мой. Девочки, ну здесь прямо такая, знаете, любовь и нежность. И вот прямо восходящее солнце. Как-то хочется с вами быть рядом. И какой-то приятной обстановки хочется вокруг. Знаете, почему-то мне идет немножечко в эмоциональном плане у мужчины какое-то напряжение. У него и такая внутренняя борьба с самим собой, да, то есть это сказывается какое-то вот напряжение эмоциональное. Ему вас сильно не хватает. Ему прямо хочется прямо радости такое, знаете, вот утро, восходящее солнце, вы рядом, знаете, жизнь кипит, и жизнь как-то бьет ключом. Этот мужчина скучает очень об этой женщине и желает прямо слышать ваш голос, чтобы вы были у него на виду, чтобы вы как-то, знаете, радовались, чтобы он мог вас радовать. Я вижу, что здесь прямо радость женщины – это радость этого мужчины. Это какое-то, знаете, вот это такое самодовольное лицо, когда он, знаете, чем-то радует эту женщину. Вот у него такой момент есть. Это очень хорошо, это правильно, да, потому что как-то ваша радость – это его радость. И разделить с вами радость – это увеличить ее. Мужчина ждет встречу. Мужчина ждет встречу, и он как-то себя убеждает, да, что вот если он сейчас не рядом с вами, так надо, да. Вот он себя действительно убеждает. Так надо, так правильно, так будет лучше. Вот это такое, знаете, вот сейчас идет момент. Но по сути ему сильно все надоело. И прямо такое желание, ну вот, сесть в машину и уехать к вам, хоть знаете, хоть обнять и хоть немножечко рядом с вами побыть, потому что он считает, что это стоит того. Любые усилия стоят того, чтобы побыть рядом с вами хоть 15 минут. Сильно скучает человек. Вот действительно, не хватает вас. Хоть, возможно, знаете, там скучать ему не приходится, потому что я вижу, что там какая-то вот напряженная обстановка. Скучать не приходится, но все это эмоции не те, которые хочется чувствовать и в которых хочется жить. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Да, давайте посмотрим мысли о вас. Мысли о вас сейчас, что там происходит в мыслях. Вы очень желанная женщина. Вы такой, знаете, целый мир. Очень ему, знаете, как-то тяжело, что он сейчас не рядом с вами. Действительно, тяжело ему. Прямо человек ищет способа, ищет возможности и как-то хотел бы очень оказаться рядом с вами. Да, но это награда. Это награда, которую еще нужно заслужить. Скучает мужчина о своей любимой женщине. Этим все сказано. И она прекрасна, и она пучина, и она вот, знаете, возможно, очень такая. С одной стороны, она бывает мягкая и ласковая, с другой стороны, она может поднять такой шторм, что мало не покажется. То есть эта девушка очень такая эмоциональная, да, и она просто невероятно открывается в чувствах, в любви, в отношениях. И вижу, что этот мужчина однозначно знает, что вы его маяк, что вы его огонь, что вы свет в его жизни. И, конечно, он признает, что вы прекраснее всех.
что вы самая красивая женщина в мире. Давайте посмотрим еще мысли, особенно как-то по вечерам. Ну так ему уже тяжело, и вот эта ваша фотография в телефоне, это вот этот маяк, который дает ему, знаете, дает ему силу, дает ему, знаете, возможность как-то разгрузить свое сознание, потому что вижу, что очень как-то накопилась какая-то, знаете, такая эмоциональная усталость. Очень хочется изменить ситуацию, что, которая вот сейчас, расстояние проходит все-таки, да, возможно, для кого-то очень большое, для кого-то незначительное, но тем не менее, то, что сейчас, оно как-то ранит, и очень хочется изменить ситуацию кардинально. Но я вам скажу, что этот человек, конечно, вот как, знаете, как защищает что-то дорогое для себя, что-то очень ценное. И думает он о дороге, о какой-то свободной дороге к вам. Человек очень хочет приехать к этой женщине. Очень. Вы знаете, возможно, да, возможно, это несколько дней, возможно, человек где-то на работе, возможно, это какая-то командировка. Но все это, знаете, это не совсем то, чего хотелось бы. Я вам даже скажу, что у него там есть определенные успехи, у него там есть какое-то определенное движение, да, и какие-то... коллектив, да, возможно, какие-то шутки, какие-то, не то, что он там замкнулся там и грустит, но все это не то, все это не та палитра чувств, все это не то, чего хочет вот сознание и душа, а все-таки вижу, что человек прямо очень хочет приехать к этой женщине, и как-то я бы даже сказала, вот мне прямо сразу прошло, что вот если есть, он все время об этом думает, что вот если я сейчас сяду, да, в машину, да, когда я приеду, вот сколько мне времени надо, и даже если я где-то там задержусь в дороге, пробки там, или все равно, вот во сколько я бы была рядом с ней. Этот мужчина, он часто об этом думает. Он думает о том, и вот я бы с ней побыла, потом я бы назад вернулся, да, успел бы я или не успел. Он прямо как желает, знаете, сбежать. Сбежать, в смысле, знаете, хоть на минуту, хоть вот на полчаса, как сбежать к вам. Сбежать, я вернусь, да, но мне нужно вот этих полчаса, этих 20 минут вот прямо рядом с ней, знаете, чтобы прямо порадоваться. Вот радости не хватает человек. Давайте посмотрим еще, да. Боже, она так, вот кажется близко, да, а так далеко, так недосягаемо. И сколько нужно еще как что-то закончить, что-то сделать, чтобы вот как-то вот уже свободно прийти к ней, да, прийти к своей любимой, которую очень-очень хочу увидеть. Его сила, знаете, его притяжение к вам, оно очень такое, знаете, масштабное. Вы очень важная женщина для него. Вы очень такая прекрасная женщина для него, да. И этот человек, он, конечно, все, знаете, он как-то все преодолеет, и сила в нем есть. Ну, я вам скажу, что у вас некая судьбоносность с этим человеком, и ниточка судьбы так привязала, и уже ничего с этим не сделаешь. Но я вижу, что вы, конечно, очень дороги этому человеку. Это то, чего уже, по сути, не изменить, да. Не изменить того момента, что вот это любовь, это чувство, это мой человек, и к нему хочу, и что бы и кто бы мне ни говорил, это какая-то, знаете, правда жизни, это какая-то истина, что к ней хочу и с ней хочу быть счастлив. Давайте посмотрим еще, как на сегодняшний день человек видит ваши отношения. Ну, я вам скажу, конечно, хочется максимально вас к себе приблизить и уже не отпускать. Максимально как-то приблизить и уже быть рядом, и уже быть максимально близко, и вообще. Скучает человек, он прямо думает о какой-то дороге, он думает о дороге. Горит просто пламенем, так ему прямо хочется быть в ваших объятиях, так хочется вас заключить в свои объятия. Здесь такой, знаете, порыв, конечно, к этой женщине. Просто, знаете, закрыть двери, чтобы весь мир остался где-то там, за дверью, за окном, чтобы вы остались вот один на один, и чтобы все эти эмоции, вся эта любовь, вся нежность, чтобы она имела, да, вот этот ресурс вырваться, да, вырваться и прожить это все это прожить.
Что ты будешь делать, да? Твои шаги в ближайшее время по отношению к этой женщине. Давайте посмотрим. Ой, что я буду делать? Я буду делать эту женщину счастливой. Огонь горит, вы знаете, и счастье очень даже возможно. И счастье, оно уже существует, но возможно, да, нужно немножечко приложить усилий. Я вижу, что, конечно, он желает, вот, знаете, как-то, вот какие-то, идет сейчас момент разговора без прикосновения. Прямо идет момент общения, знаете, людей, а очень хочется контакта. И вот этот разговор без прикосновения, он почему-то уже, с одной стороны, очень хочется этого общения, с другой стороны, оно немножко терзает уже. Оно немного терзает, его слишком много. Хочется больше контакта такого, да, глаза в глаза и прикосновение. Что он будет делать? Этот мужчина, он будет сокращать расстояние между вами максимально. И, возможно, если это что-то заключается с работой, я вижу, что здесь будет кардинальная перемена, он думает об этом. Более того, я вам скажу, что здесь и обстоятельства как-то будут меняться в жизнях этих людей. Каким образом? Вот этот мужчина будет очень близко, совсем близко будет рядом с этой женщиной. Это не просто его желание, сами обстоятельства будут меняться. Сами обстоятельства, сокращается расстояние между этими людьми. Вот этот человек желает сократить расстояние между вами, и это расстояние, оно действительно сократится. Будет какая-то перемена качественная, я вижу, что человек будет близко рядом с вами. Давайте посмотрим, а каких отношений ты желаешь, чего ты желаешь? Ой, желаю колесо фортуны, да? Желаю, конечно, все закрутить, все... Все, чтобы нам сопутствовала удача, а оно так и будет, девочки. Потому что я вижу, что этот мужчина очень, знаете, как-то дорожит этой женщиной. И очень у него такие красивые, глубокие чувства к ней, мужские чувства. Они очень изобильные, да, то есть их много. Они такие яркие и сочные. Но он не знает слов, которые могли бы вот описать его чувства. У него не хватает слов, да? И вот кажется, вот он ничего там... Вот иногда мне пишут, что вот мужчины чувствуют точно так же, как и женщины. Даже немного по-другому, немного иначе. Но они очень даже... все они чувствуют. И я вам скажу, что здесь такая палитра чувств. К этой женщине просто невероятная. Вы райский сад для этого человека, вы прекраснейшая женщина, и рядом с вами сбываются настоящие мечты, настоящие фантазии, настоящие, вот, да, такое, чего бы хотелось очень сильно душа, вот оно сбывается именно рядом с вами. И он может иногда не говорить на об этом, но вы вот такая осуществившаяся мечта в жизни этого человека. И он знает, что если он будет рядом с вами, если вы будете вместе, ваша жизнь будет наполнена прекрасными событиями, потому что вы вместе. И я вижу, что именно этого человек и желает. Давайте посмотрим эмоции мужчины по отношению к вам сейчас. Ох, это просто невозможно, это просто невозможно. Как она прекрасна, как она хороша. И ни одна женщина не может вот, ну... Это, да, вот как-то вообще. Я вижу, что человек очень много думает. И да, сейчас идет вот такое, знаете, какое-то терзание мыслями. Но, тем не менее, да, я вижу, что человек очень желает как-то вот быть прямо рядом с этой женщиной. Жаль упущенного времени. Жаль какого-то времени, когда он не рядом с вами. И я вам скажу, что он очень-очень бдителен. Очень бдителен. Он опасается, чтобы его, да... прекрасная девушка не оказалась в интересе какого-то другого мужчины, да, то есть здесь как-то быть далеко от нее нельзя, нужно быть близко, нужно быть максимально близко, чтобы случайно, да, другой мужчина не задумал
как-то ее ухватить. Я вижу, что мужчина очень верит этой женщине, но он не верит мужчинам, которые смотрят на вас, которые видят вас, прекрасную женщину, да. И здесь доверять, да, другим мужчинам он не собирается. И здесь для того, чтобы все было хорошо, для того, чтобы огонь горел, нужно быть рядом с этой женщиной. Мужчина, видно, очень желает быть рядом с вами. Я даже вам больше скажу, у него есть такие моменты, как будто бы, возможно, какие-то сны, да, какие-то вот это такой момент, как будто вот она ведь, она вот-вот была рядом со мной, открываю глаза, ее нет, и я, оказывается, не дома, да, на белых покрывалах, а я где-то вообще не пойми где, и так хочу туда, где я рядышком на подушке спит мое счастье. Давайте посмотрим эмоции этого мужчины по отношению к вам. Это отношения. Это очень крепкие, красивые отношения. И эта женщина, солнышко мое, и она самая-самая красивая в мире. Вот его эмоции. Вот и его эмоции. Давайте посмотрим, какие мысли не дают ему покоя. Ну, какие мысли не дают. Дорога. Вы очень дороги этому человеку, вы очень много места вообще в его жизни занимаете и в его сознании. И да, здесь желание дороги, а почему? А потому что вот это белое покрывало, и вы вместе под ним. Вот такие его мысли, которые не дают ему покоя. Мужчина соскучился по своей любимой женщине, соскучился по ее, да, и каким-то шепотом, да, почему-то в ней проходит, вот по каким-то шепотам, вот рядом с ней, по ее красоте, по ней. Ой, очень-очень соскучился мужчина, конечно, вижу, что никто ему не нужен, кроме вас, вот действительно, преодолеть любую дорогу, чтобы быть рядом с ней. Вот такая вот у него навязчивая мысль на сегодняшний день. Если этот мужчина не так далеко, да, и, возможно, вас как-то несколько дней, или просто человек там где-то на работе, да, я вижу, что человек планирует какие-то очень романтичный какой-то время, ужин, как-то провести с вами время, наслаждаться любовью своей прекрасной женщины. Вот такой вот у нас второй расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось, буду очень-очень рада. А мы будем смотреть дальше, и давайте посмотрим третий вариант. Если вы слышите, что информация о вас с вами резонирует, смотрим, нет, выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Что здесь? Боже мой, старшие арканы влюбленные. И луна, скрытые чувства, о которых хочу сказать. Вы только посмотрите. Влюбленный мужчина желает открыть вам свои чувства. А скрывает пока что. Пока что скрывает. А вы очень загадочные, а вы очень интересные. Вы, я вам больше скажу, этот мужчина в каком-то осознании, горят мосты. Этот человек или выходит из каких-то отношений, или, возможно, уже вышел из отношений. Как-то все, что прошлое, оно все горит. Только вы как-то входите в будущее. Вы входите в его сознание, мужчина влюбляется в эту женщину. Да, уже на сегодняшний день он понимает, что это что-то, вот что-то не то, да, со мной что-то не то. Но вижу, что здесь человек желает признаться в чувствах женщине. Желает, чтобы она его выбрала, да, чтобы как-то у них сложилась какая-то общая дорога. Но сейчас пока что чувства как-то скрываются. По сути, романтичный какой-то намечается развитие очень отношений между этими людьми. Вы знаете, возможно, вы находитесь даже в общении с этим человеком, но все он говорит не то. Не то, что, знаете, на душе, не то, что прямо рвется и желает быть сказанным. Ну, давайте посмотрим. Ой! Извините, здесь колода у меня спешит очень. Желает очень человек говорить. Здесь действительно желает говорить, желает сказать что-то мужчина. Давайте посмотрим. Итак, что сейчас между этими людьми? О, это начало, девочки. Это начало, это шанс, это возможность. Прекрасное сочетание карт. Отличные просто. Я вижу, конечно, что вы не упрощаете задачу этому мужчине, что вы как-то, знаете, в такой сейчас интриге, в таком, знаете, какой-то
обаятельный такой какой-то момент. Это когда начало, это когда вот возрастает напряжение между этими людьми, но они еще не в объятиях друг друга. Возможно, уже и в объятиях. Возможно, да, очень вероятно, что отношения уже начались. Но для кого-то это может пройти, это такое, знаете, возрастающее напряжение между людьми, когда тянет, но ты себя еще сдерживаешь, да, чтобы не упасть в объятия друг друга. Но я вам скажу, что да, это начало, это прекрасное начало. Я вижу, что здесь очень даже большой потенциал на развитие. И несмотря на то, что сейчас как-то все еще завуалировано, и, возможно, вами воспринимается как немножко сложновато, и не пойми, что будет, да, какая-то неопределенность еще может существовать. Но здесь очень не может пройти романтичная завязка прекрасных отношений, которые по сути своей начинаются очень даже правильно. Они начинаются с такого вот искреннего интереса людей друг к другу. Здесь действительно интересы друг к другу, потому что этот человек как-то задевает эту девушку, эту женщину. А она очень даже и не против с ними поиграть, да? То есть она очень даже и как-то натягивает вот эту струну звенящую между этими людьми, да, держит напряжение этого мужчины. Но ему безумно интересно вот прямо рядом с вами находиться, быть. И вообще каждое ваше общение, оно какое-то вот такое динамичное, интересное. Здесь людям интересно рядом. Здесь людям очень приятно быть вместе, быть рядом, быть в контакте. Очень даже им и хочется быть в контакте. Я вам скажу, что здесь, конечно, это жребий. Это прекрасный, знаете, жребий, который брошен. И вот ожидание, а что дальше? Да, вот такое вот напряжение и ожидание, а что дальше? Но здесь девушка, знаете, здесь игра кнут и пряник. Здесь она как-то вот заманивает этого человека, можно так сказать, интригует его. И как-то он вот, а что дальше? Но я вижу, что вы его как-то сильно заинтересовали. Здесь мог пройти какой-то намек, да, тонкий, который этот мужчина просто, да, ухватил этот намек. И очень даже в надежде на развитие этих отношений, очень даже в надежде на такое интересное продолжение. Здесь мне проходит ситуация, он как-то ухватил ту ниточку, что он вам нравится. То есть вы ему нравитесь, это однозначно. И в каком-то разговоре он четко понял, да, что он вам тоже нравится. И это прям такая, знаете, как радость какая-то. Вообще-то люди радуют друг друга. Я вижу, что здесь очень такой момент красивого начала в этих отношениях. Да, возможно, вы уже в отношениях, но это интрига, она вот все, это все держится, да. Возможно, даже что вы и в очень таких стабильных отношениях, но вот эта интрига, она не спадает, да. То есть здесь темперамент, здесь такой момент близкого очень такого, знаете, чувственного, душевного какого-то единения, желания. Желание просто прямо, знаете, как желание быть в паре. Здесь есть желание быть в паре. Абсолютно оно вот такое обоюдное. И я вам больше скажу, даже если сейчас что-то где-то как-то сдерживает этих людей, будет момент полного освобождения. Будет момент, когда можно будет проявить свои чувства вот так, как ты этого хочешь. Не так, как, а кому оно надо, а прилично ли, а надо ли, а что он подумает. Нет, вы вообще об этом думать не будете. Вы просто вот будете проявляться так, как вот хочется ваша душа. И это будет очень-очень уместно, и это будет очень-очень желаемо рядом с этим мужчиной. Здесь вообще начало очень красивых отношений, которые, возможно, сейчас еще имеют, знаете, такие бордюры. Они еще имеют такие какие-то, знаете, моменты. Но здесь люди выходят на широкую и красивую дорогу, которая очень может их привести к большому счастью. Давайте посмотрим еще. Итак, да, девочки, и старший аркан Иерофант нам вот это показал, да, то есть вы с этим человеком встретились не зря, и развитие здесь может быть просто, знаете, таким радостным прямо периодом в жизни. И вот этот период радостный вы можете протянуть всю жизнь, да, вы можете пронести всю жизнь. Здесь очень большая перспектива. Давайте посмотрим еще, что он думает о вас сейчас. Что он думает? Вот сейчас создается нечто.
вот сейчас создается нечто. И да, вот есть еще вот эти бордюрчики какие-то, да, о которых я говорила. Но тем не менее, бордюрчики нужно убирать, нужно поработать, да. Давайте посмотрим. Я вижу, что здесь все как-то... С одной стороны, я вижу, что действия есть и будут от этого мужчины. С другой стороны, нет какой-то спешки, как-то какой-то, знаете, какого-то напора. Здесь больше идет мне момент, что все будет вовремя. Все будет вовремя, и все будет даже очень так гармонично и лаконично. Принято уже решение, да, решение на то, чтобы быть с ней, на активные действия. Я не позволю этой женщине уйти из моей жизни, да, по правосудию. Она мне нужна. Боже, девочки, здесь будут очень активные действия от этого мужчины. И действительно, вы знаете, она мне нужна по иерофанту. Вы ему нужны для серьезных отношений. Вы прям, знаете, как кипит кровь в этом мужчине. И по справедливости есть четкое сознание, что вот именно она мне нужна. Очень быстрые действия будут. Даже очень быстрое какое-то сообщение, звонок. Он просто желает, как знаете, чтобы я хочу, чтобы она обо мне думала. Да? Вот это такой момент. Это может быть даже, ну вот как... Какой-то смайлик, какая-то, знаете, там птичка, цветочек или несколько слов, но просто чтобы себе напомнить. Вот здесь прямо такой момент. Хочу, чтобы она обо мне все время думала. Или звонок какой-то очень, какие-то действия очень активные в ближайшее время они будут. Давайте посмотрим еще. Что ты думаешь о ней? Ну, здесь нужен разговор, чтобы как-то немножечко, да, разгрузить обстановку. У него осознание, что вы его императрица. У него осознание, что вы его женщина. И он как-то опасается конкуренции пока что, да, он опасается конкуренции. То есть я не один такой, что другие, что слепы, что ли. А все видят, какая она, все видят, какая она прекрасная. Ой, девочки, здесь мужчина, конечно, любит, да. Вот смотрите, что думает о вас. Она моя императрица, любимая моя женщина. Любимая женщина. И я, вы знаете, как-то вот... Какое-то прямо четкое осознание этого человека, да, что это настоящая любовь, девочки, четкое осознание, что это настоящая любовь. И возможно, да, что-то еще не сказано, очень может быть, что-то не сказано, но с другой стороны, нужны ли слова? Нужны, да, надо говорить, не молчи, расскажи ей о том, что она для тебя одна единственная, что она для тебя номер один во всем мире, что она волшебница и чаровница, расскажи ей обо всем, она желает это услышать. Но почему-то вот мужчина думает, а нужно ли говорить, нужно, скажи ей об этом, потому что она ждет этих слов. Но сама судьба тебя вот прямо, вы знаете, будет такой романтичный какой-то момент, и этот мужчина так много вам скажет, вы будете просто поражены, потому что вы будете думать, да, он такое никогда не скажет, там скажет, да, несколько слов, там, что там чувство есть, там такое, ну что прям так романтично, девочки, будет что-то очень романтичное. Будет какая-то прогулка, какой-то прекрасный закат, и какой-то такой момент, когда вот это и чувство, да, взаимное, оно вот в полной мере будет прожито этими людьми. Оно будет так четко, так тонко прочувствовано этими людьми. Да, сама судьба им даст слова сказать. Ой, девчоночки, третий вариант просто капец. Давайте посмотрим еще. На сегодняшний день как ты воспринимаешь? Ой, императрица, ну, девочки, здесь мужчина конкретно видит такое, знаете, ощущение, как я нашел свою женщину, да, я нашел свою самую классную, я назначаю ее, да, самой важной женщиной в своей жизни. Но я вам скажу, что вы, конечно, ну, просто соблазн, вы очень хороши собой. Вы очень хороши. И уже наступил тот момент, когда... щит опущен, да, когда, возможно, женщина поверила, верит этому человеку.
когда она опустила щит и показала всю свою женскую красоту. Но я вам скажу, конечно, что между вами сейчас. Вы этого мужчину очень сильно удивили. Вы прям так открылись перед ним, вы так как-то близки душевно, вы близки эмоционально. Вы так вот, вы знаете, вот вам кажется, уместно ли, да, так проявить свои чувства. А он также думает, но эти чувства, они действительно здесь зашкаливают. Ой, девочки, о, что он думает? Вы знаете, что есть еще какие-то моменты, с чем-то еще нужно побороться, где-то еще нужно поработать, но это именно то, это именно то. Это именно то самое важное, самое такое, знаете, дорогое в жизни. Это очень такие искренние чувства. Я бы даже сказала, что такое... здесь прямо любовь. И я бы даже сказала, что прям такая уверенность. Здесь есть обратная связь. Здесь прямо такая взаимность мне проходит. Мне проходит взаимность. И да, это начало, понимаете? Это начало какого-то пути. Это какой-то праздник, прямо такой фейерверк в жизни каждого. Но... здесь есть развитие, здесь есть желание вот этого прям такого классного развития. Ну, давайте посмотрим еще, что ты будешь делать, да, твои ближайшие шаги. Твои ближайшие шаги. Ну, отношения будут развиваться очень даже динамично. И вижу, что этот человек прям желает привнести, знаете, особенное какое-то вот это все в ваши отношения. Я вам скажу, что он просто отдался своим чувствам. Отдался своим чувствам, и да, и на сегодняшний день все какие-то грани, все какие-то шоры, все какие-то бордюры, они все уже убраны, да. И вот я желаю широкой, большой дороги для нас двоих, открытой дороги. Но этот человек признает, что вы очень глубоко в сердце его. И на сегодняшний день, да, что он будет делать? Он сделает все. Он где-то даже может и по головам пойти, он где-то может и, знаете, отсечь, изменить что-то в своей жизни. Он знает, что отношения с вами, это все того стоит. У вас очень много качеств именно императрицы, именно женственной, такой прошибающей какой-то энергии, которая вот открывает все двери, знаете, которая снимает все какие-то надуманные и придуманные какие-то моменты. Что он будет делать? Он будет действовать в желании возможностей, в желании шансов каких-то от вас. Вы, конечно, здесь, знаете, действительно будете наслаждаться, принимать чувства этого мужчины. Но вижу, что, конечно, я раб твоей, я твой раб, да, я раб любви. Да, ну, каких отношений ты желаешь? Давайте посмотрим. Каких отношений? Ну, подобрать меру, да? Хочу подобрать меру, хочу как-то сойти, возможно, с какой-то вот точки, которая вот на сегодняшний день, возможно, есть. Как-то открыться, да, и дать движение этим отношениям. Подобрать меру, знаете, как войти в чистую воду, войти в эти отношения чисто, прозрачно, открыто. Здесь даже такой момент, я хочу показать ее всему миру. Я хочу рассказать всему миру, что это моя женщина, понимаете? Хочу, чтобы весь мир знал, что это моя женщина. Итак, эмоции мужчины по отношению к вам на сегодняшний день. Ну, вы превысили все его ожидания, все возможные ожидания. Я предполагаю, что здесь могла быть какая-то связь в соцсетях, произошла какая-то встреча, или это вот начало отношений, возможно, отношения завязаны, но еще прям, знаете, такого открытия нет, но оно будет, оно будет. И вы знаете, у него очень много планов на вас. Ждет он какой-то встречи с вами, долгожданной какой-то встречи, объединения. Этот мужчина будет очень красиво за этой женщиной ухаживать. И вообще, да, проявлять себя, свои лучшие качества рядом с ней. И так будет всегда. Я вам скажу, что вы сейчас прямо в таком моменте создания этих отношений. И очень важном моменте. Потому что вы эти отношения можете создать очень такими... правильными, романтичными, и не только, знаете, в период ухаживания, а это романтика, это такое нежное чувство друг к другу, вы можете пронести очень долгие годы. Здесь есть вот этот потенциал, здесь есть действительно такой порыв к этой женщине. Вы действительно сейчас, как знаете, можете, вы как сейчас притирка почему-то, да, идет, притирка. Но чем больше этот человек вас узнает, тем больше он, знаете, в осознании том, что вот это
Это та женщина, с которой я хочу быть, и все. Итак, покажи нам еще эмоции этого мужчины. Покажи нам эмоции. Ой, девочки, десятка воды. Вы счастье, вы счастливое будущее просто. Вы его императрица. Десятка воды и императрица, девочки. Здесь действительно очень большой потенциал на расклад, на развитие. Вот все, да, вот я никогда не прячу карты. И все, вы видите, да, какие карты прекрасно идут на третий вариант. И знаете, это прямо как идет, как какой-то момент, как награды. Награды, как и вам, как и этому мужчине. Здесь люди могут нечто создать. И вы знаете, наверное, совет такой, да, от карт. Не смотри во внешний мир, смотри вот как друг другу в глаза смотрите. Не смотрите как у кого-то, не на чужие ошибки, на ошибки из прошлого. Смотрите как друг другу в глаза, верьте друг другу, и вы сможете действительно создать прекрасные отношения. Я вижу здесь потенциал на долгие-долгие годы совместного прямо такого прекрасного чувства. Давайте посмотрим, какие мысли не дают покоя этому человеку. Ну, вы знаете, вот подтверждение. Люби и доверяй себе. Вот этот мужчина, он как-то вот... Он любит эту женщину. Она это осознает. И вы знаете, вы... Не, вот какое-то было первое впечатление, но оно было прекрасным. Но оно все равно было ошибочным. Потому что на самом деле вы еще лучше. Вы еще прекрасны. И вот этот мужчина, знаете, он как со временем вы открываетесь все больше и больше, и становитесь для него все прекраснее и прекраснее. Вы умеете произвести впечатление, да? Но на сегодняшний день это уже не о том. На сегодняшний день это человек, да, как я люблю и доверяю только себе. Ему все равно, кто и что скажет, кто и что будет думать об этом. Он создает с вами совсем иную историю, особенную историю вместе с вами. Я вам больше скажу, мне, конечно, проходит момент какого-то, знаете, какого-то прямо будущего, очень такого просматриваемого даже на сегодняшний день, хоть, возможно, вы очень таких новых отношений. Но у вас есть большое, прекрасная перспектива. Но какие мысли не дают ему покоя? Мысли о вас. Мысли о том, что чем больше он вас узнает, тем прекраснее вы в его глазах. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, я буду очень-очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья и радости. Смелых и благородных мужчин. Всего вам самого лучшего. И до новых встреч.